Всем привет, с вами Алексей. 22 мая 2021. Находимся на открытом участке Сергея, канал Триапоника. Привет, Сереж, еще раз. О чем мы сегодня? Сегодня мы поговорим об обрезке. Чем обрезка влияет на растения? Почему ее надо сделать правильно? Почему она делается сейчас? И покажем виды некоторых обрезок. В этом видео будет прикреплена методичка. Там будет более подробно описана, дана схема обрезки. Там больше касаться будет сорта трапезунд. Ну, в общем, эта обрезка работает по всем сортам. Главное, что надо понимать. При посадке саженцев какие могут быть проблемы у растения? В нашем регионе, в нашем климате, другая специфика климатическая, чем, например, в Европе, в Америке, в Италии и в других регионах. То есть у нас есть система возвратных заморозков, при которой очень много повреждается посад материала и даже взрослых растений. Вот чтобы этого не произошло, надо понимать, почему правильная обрезка очень важна. Что мы вот здесь видим? Да, если можно вкратце, что да, это за сорт это и как производилось? Первым, будем говорить так, это двухгодичное растение. То есть две вегетации этого растения перед обрезкой. Вот одна точка обрезки. Так, давайте все с самого начала. Посадили растение. Это осенняя была посадка или весенняя? Или это не важно? Это не важно, абсолютно не важно. Вот. То есть с самого начала посаженный саженец, неважно когда, весенняя, осенняя посадка, то есть это без разницы. Первый год, вот делается обрезка. Косой срез. Да, я покажу и в таблице, то есть в самой схеме, там показанный угол среза. Это очень важно, почему мы объясним на другом растении. Хорошо, это чуть позже. Да, то есть первый год, вот пошла вегетация. То есть это растение было, примерно вот такой вот высоты. Угу. На следующий сезон, шел и в частности указано в методичке, производится обрезка. И мы можем видеть место среза. Да, место среза. И вот как раз таки видно и угол среза. Угу. И пустилось две почки. То есть в сезоне все остальные почки были вычищены. Также была вычищена корневая система. И то же самое, когда и шли приросты, вот эти все боковые, они тоже убирались. То есть оставлялась только одна апикальная точка роста и шла. Да. То есть понятно. Вот это вот второй год вегетации, то есть второе лето. Да, это первый вариант, то, что есть в методичке. Вот. Это то, что описана формировка без пункта, там где звездочка. Вот это растение формировалось, а посадка была этого растения. Что за сорт? Давайте вы уточняйте, что за сорт? Это сорт находка, то сорт шедевр. Угу. Идет. Вон там вот подойдем тоже сорт находка и сорт шедевр. Хорошо. Сажались они одновременно, то есть вместе в один день. То же самое. Здесь идет вот одна обрезка. Год вегетации. Для чего мы делаем именно такие обрезки? Это для того, чтобы получить штамп? Или для того, чтобы получить высокий штамп? Но да. Главное, для чего мы это делаем? Для того, чтобы развить толщину древесины и толщину ствола. Такая древесина и такой ствол меньше повреждается как зимними морозами, так же само, как и весенними. Почему? Потому что все силы развития растения идут не на вегетативную массу, а на ствол. Угу. Поэтому все вопросы с морозостойкостью растения, то есть таким образом растение увеличивает морозостойкость как к весенним заморозкам, так же само, как и зимним заморозкам. Ну, другими словами, если я оставить могу, надо стереотип людей менять. Абсолютно менять. Многие не надо оставлять нацелены скорости на то, чтобы вот чем выше над землей, тем это лучше. Да, то вот. Есть вот два года, то есть вот обрезка первого года пошел, достаточно был высокий. Вот опять его обрезали всего лишь навсего вот здесь 15 сантиметров. Ну, по схеме все будет понятно. Да. Вот. Это вот второй год. То есть вот этому Сергей, я бы растению, сказал... вот отойди немножечко. Вот этому растению два года. Всего лишь навсего два года. То есть вот здесь вот это и есть штамп. Вот сейчас здесь я хороший
толщина ствола и хороший достаточно. То есть не будет подмерзания камбиального слоя, и штамп будет у таких растений, как трапезун сортов, будет расти вверх, и его огромные листья не будут тянуть его вниз. Это очень важный момент при формировке штамба. Сергей, я бы вот на твоем месте сказал, вот какую часть из общего прироста ты оставил здесь. Я так думаю, всего лишь навсего 15 сантиметров. Да, это 10% от того, того, что приросло. Между первым и вторым срезом. Сейчас, разумеется, от вот этой высоты мы уже делаем где-то вот 70 сантиметров берем, там 75, 80, ну, у кого какие надобности, будем говорить так. И делаем срез. Так. Ну, сначала выбираем, например, почку. Ну, вот мне, например, нравится одна. Это будущие скелетные ветки уже пойдут? Да, это будущие скелетные. Теперь я по скелетным. Если идет вот такая двойная, центральную убираем, потому что еще важен сам угол вот этого отхода. Угу. Потому что если он будет сильно косой, со временем, когда урожай нагружается... Как здесь, да? Здесь нормальный угол отхода. Нормально. Ну, тут нету, тут хорошо развито растение. Как бы. Но есть такие, вот если бы я бы поставил вот эту... Ну, почку, например, вверху, а не вот эту. Экстремально вот этот вот прирост вот под углом. Вот, да, тут это вот сильный. То есть, когда идет нагрузка потом, он может просто расчехлиться, так сказать. То есть, вот это может лопнуть. Ясно, ну, вот так ясно. Взять и как бы растение разложиться. То есть, здесь мы выбираем, ну, вот, например, хороший, вот хороший. Сейчас посмотрю. Ну, вот этот мне нравится, будет первым. То есть вот я вычистил немножечко, чтобы просто показать, как я делаю обрезочку. И какой угол. Это будущая скелетная ветка. Да, будет, это будущая скелетная ветка. И угол подрезки, не спешите. Вот у вас почечка, где-то 4-5 миллиметров. Так. И угол среза где-то вот такой вот. Все, вот эту вот часть, представляете? Сильно не надо делать большой угол. Давайте я покажу. Вот эту часть я всю запоминайте. Удаляю. Отлично. Вот, на остальном смотрим. Вот, кстати, вот показано угол сильно, ну, здесь. То есть такие не нужны. Угу. Вот, убираем. Угу. То есть остальное все нам абсолютно все не нужно. Да, я оставил немножечко, вот опять-таки идет снутри, тоже убираем. То есть лишнее все. Ну вот, например, два можно разделить, вот еще идет третья, либо вот они две. То есть эту я, в принципе, удаляю, и вот у меня пойдет на две. То есть если мне вот эти две верхние не понравятся, я перережу просто под вот эти две. То есть мы подстраховались немножко, да, со временем. И лучше всегда так делать, а потом убирать не нужно. Да, со временем вот эти две, когда я посмотрю, что эти все хорошо развиваются, тоже у меня, уйдут. Они тоже уйдут, они не нужны. Будет как на вот этом растении. Так, производим в сухую погоду, да, и через пару дней садовым варом замазываем. Я понял. Ну, даже... у меня бальзам. Давайте покажем. Да, бальзам. У меня бальзам. Бальзамом можно подмазываться, в принципе... Ну, как бы сразу. Угу. Вот, потому что он как резинка идет под маску и вот так делается. То есть не надо сильно жирно, но надо со всех сторон. Жирно не надо. Почему? Потому что будет, может, ссать срез. Жирно ничего не надо. И садовый вар тем более. И надо лаком заходить где-то миллиметра на два ниже среза. Да, ниже среза миллиметра на два. Так, это прекрасно. Тоже. Посмотрите, какой штамбик у нас молодой получился. Да, у которого не будет никаких проблем. Получается тут, ну сколько? Ну 70 сантиметров, да? Где-то. Да, то, что и хотят промышленники. 70, да, 80, от 40 до 80. Это будет высокий штамп. Вот здесь останется только две в следующем году. Как вот здесь. Это сильно рослый сорт. Поэтому я сразу выводил без пунта, который в методичке под звездочкой. То есть сразу раздваивал. Если тот я выводил по обычной схеме, как в методичке, то есть сильно рослые сорта, да, можно делить сразу на два. Но что я делаю здесь? Здесь я сейчас эту же шведку тоже обрезу и выведу еще тоже всего лишь навсего две. А опять-таки, почему это делается? Вот эта часть, нижняя часть, она подвержена как раз-таки почвенным морозам. Они идут по почве. Поэтому есть смысл вот это превратить все в древесину без веток. Для того, чтобы
поднять растения от возвратных морозов, потому что вот это может вымерзать больше здесь, чем наверху. Вот, то же самое, смотрим здесь, какие ветки. То есть, здесь мне, например, ну вот я вижу хорошую, и вот я вижу хорошую. То есть, остальные я убираю. Например, вот так это будет. Внутрь то, что ветки смотрят, тоже они не нужны. Вот эту я оставляю как страховочную. А здесь опять-таки делаю косой чуть-чуть срез. Угу. Это очень важный момент. Это очень важный момент, почему я сейчас объясню. То есть буквально вот у меня 4 миллиметра до почки. И главное, опять-таки, учтите, чтобы вот это вот был не слишком острый угол. Иначе около у вас со временем... градусов. Около, да, 30. Потому что со временем растение может просто расчехлиться. И сроки, сроки обрезки тоже, ребят, все после угрозы возвратных заморозков. В нашем регионе это да, после 20 мая. На предыдущем видео я как раз-таки показывал, что происходит даже при относительно небольших минусах через такие срезы. То есть вот это у меня просто страховочное сейчас, на данный момент. Потом вот можно будет две, убрать. Которые мне нужны. То же самое смотрим здесь. А в принципе толщина одинаковая. Я могу их формировать в одинаковой плоскости. То есть одинаковые. Если у вас один побег более лидирующий, а другой менее лидирующий, значит более лидирующий можно обрезать чуть-чуть ниже, чем менее лидирующий, для того, чтобы они как качели сравнялись по ну, дальнейшему росту. Это тоже как бы, ну вот это чуть-чуть более лидирующий. Ну вот я смотрю, у меня вот одна веточка, вот хорошая, я вижу потом по направлению, ну как бы растения, что они не будут пересекаться. Поэтому, в принципе, могу смело чуть-чуть пониже, чем... Так же косой срезик. Да, то же самое. Сейчас я... Ребят, ну ничего сложного абсолютно. Ничего ну, не принципе, жалеем. Да, ничего не жалеем, все в порядке. Режем во благо. Вот, все взял. Это во благо. То есть вот, смотрите, какой кусок я отрезал. Да. Мне не жалко. Да, все... согласен. Косой срезик. Да, то есть то, что смотрит внутри сразу. Вот острый, сильно угол. Вот как раз видно, что вот сильный, острый. Он тоже не нужен. Угу. Ну, здесь я, например, оставлю вот тоже нижняя такая... Идет, вот убираем. Он, нет, наоборот, убираю я верхний, потому что верхний угол острый. То есть я оставляю, чтобы у меня был вот здесь вот ну, тупой угол для того, чтобы нагрузку терпел. Да. Вот. То есть это я тоже оставил для страховочки. То есть если мне, например, не понравится какая-то... Ну, когда есть... это можно будет сделать? В любое время? Убрать их? Ну да, не нужно убрать. Конец Люди июня. Боятся резать Через в июне. Через две недели я уже определюсь. Если все с ними хорошо, пережили хорошо стресс, обрезку, без вопросов я сухую погоду режем, в мокрую погоду, погоду не мокрую, режем. Мокрую, после дождей, после ну, полива. И второй вариант, можно его прищепить. Либо прищепить, это даже лучше, если честно. То есть прищипываешь и не вопрос. То есть, в принципе, то же самое мы сейчас сделаем с теми растениями. Потом сейчас выключимся, покажем просто уже итог. Ну, вот я вычистил. То есть, вот это мне не нужно. Тут тоже я формирую высоким штамбом. Это тоже сорт находка. Вот. То есть, опять-таки, угол берем. 30 градусов. Да, и делаем срез. Все, здесь я опять-таки оставил надежду у меня на вот эти две. Это чисто страховочный вариант. То же самое, потом лак. Но это чуть попозже сделаю. Подъем к этому. Прекрасный толстый штамп. Прекрасное развитие. И этот шедевр я показывал. Я брал материал зимою. На предыдущем видео я показывал, что точки роста у него ушли. Потому что, ну, как бы через срез... Вот, то есть вот я сейчас его прочистил, чтобы было, ну, видно как бы на показе. Вот верхняя почка, можем показать. Видите, да, она то есть подмерзла. Да, подмерзла. Поэтому... Вот я перерезаю, опять-таки беру угол. Можно не спешить с подрезкой. Да, с подрезкой, да, не надо спешить. Не то, что можно не спешить, а не надо. Мне здесь не нравится угол. Вот этот, он слишком острый. Поэтому я перерезаюсь на, аж на вот эту вот нижнюю.
Отлично. Вот, опять-таки, надежда у меня на вот эти две, на вот эти вот две. Вот эти вот, чисто покамесь для фотосинтеза. И под страховку. Как страховочные. Птица села, обломала, сосед пробежал, да, собаки, да, 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 собаки, коты, мобаки, свиньи, то есть, и так далее. Да. Козы. Вот это все. Пойдем дальше. Я сейчас покажу как раз таки, почему надо соблюдать вот этот угол. И объясню именно по каким целям обрезку делать именно сейчас, в этот период. Это вот куст трапезунда, формированный кустом. Кустом с него я когда-то получал саженцы. 2 года я уже с него саженцы не получаю, а вывел его кустом. То есть вот это все, что вы видите, вот эти 3, первый год я выводил, эти 2 на следующий год. Почему надо делать обязательно срез косой, именно правильный срез? И объясню, в чем разница между годовалой древесиной среза и двухгодичной. Двухгодичная древесина, она имеет и площадь широкую, потому что уже в 2 года, ну, достаточно толстые. И главное, имеет одеревесливание, угу, достаточно серьезное. Эта древесина, которая того прироста, ну, то есть годичного прироста, она еще не успела одеревесливить, и у нее камбиальный слой, он более активный. И колосование происходит намного лучше. Вот, то есть здесь как бы шла формировка. Вот он, один срез. Причем его уже практически не видно. Его не видно, правильно. Это замечательно, прекрасно. Это вот именно почему его не видно. Потому что, во-первых, нижний срез. Почему я именно в методичке рекомендую нижний срез. Угу. И обязательно срез на годовалой древесине. Поэтому есть разница между двухгодичными и годичным посад материалом. Двухгодичный материал желательно выводить, ну, первый год, там, второй год, потом обрезать и выводить его с нового пагона. Самая нижняя почка. Да, то есть самая нижняя почка с нового пагона. То есть вот этот я бы побрезал полностью. Тут, разумеется, был срез на годишке. И вот если присмотреться, его практически уже нету везде. Даже вот второй срез, то есть... Да. Идет, то есть это вот был год вегетации, угу. Вот опять-таки срез, который такой я показывал. Такой же косой, да, срез, правильно? Вот он, второй год, угу, вегетации и шел. И вот, вот она обрезка второго уже года вегетации. И вот я оставил 3 ветки, а не 2 здесь. Почему? Потому что, ну, вот так она ляжет, эта ветка. Вот отойди, покажи, как будет крона. То есть вот так, когда урожай пойдет, да, эта веточка немножко пригнется сюда, это сюда, угу, и это уйдет чуть-чуть сюда. Вот он, открытый чаш. Открытый чаш. Куста пойдет. Да. Вот, вот посмотри, вот сюда подойди. Ребята, это трапезунд, который там, да, мерзнет, трапезунд, не растет и все остальное. То есть если сделать правильно на открытом участке срезы на годичной, то есть они... колусуются вот так, их не видно, вот, вот он срез, вот это уже просто ствол, тут их нету, вот он срез, прекрасно, ствол. Вот на сорте Николь подойдем, тоже прекрасно, трапезунд этому году, растению 3 года, тоже сажалось очень тоненьким. У меня есть видео, там буквально в ампулку, ну, в ручку толщина саженец, угу, очень незначительный был. То есть вот тоже нижняя обрезка первый год. Вот второй год обрезка, вот раздвоение, ну, на расстроение. Да. И вот эти тройнышки, потом вот я их обрезал. То есть вот у меня голый ствол. Почему? Потому что морозы пойдут возвратные. А ему уже ничего не страшно. Да, ничего страшного. И вот посмотрите на колосование. Ну вот тут покажи. Да. Вот покажи. Ну практически ничего. То есть ствол просто превращается в ствол. Да. Отлично. Вот, следующее тоже сорт Николь. То же самое, вот за 2 года он превратился в сплошной ствол. То есть вот точка обрезки, посмотри сюда, покажи камеру. То есть его нету. То есть вот этого пенечка, который при обрезке, да, он срастается настолько в ствол, при правильной, вот, да, вот угол, вот берешь угол. То есть, прекрасно. Да, прекрасно. Он срастется и будет со временем просто ствол. Если вот поэтому... все сделать правильно. Да, если все сделать правильно. Если выше, например, сделать эту пяточку, она будет подсыхать. Эта подсушка пойдет внутрь. То есть вот эта пяточка, она начнет отмирать с частью древесины. Здесь, а может быть, даже потом дырка. Угу. Ну, как бы рана. Вот. То есть надо делать правильно. Вот.
Все, пойдем к другому. Покажем малышей, да? Да, покажем малышей. Маленький саженец, посадка и шла у меня. А ну, делай, убираем. Вот, маленький саженец, очень маленький, посадка и шла у него осенняя. Ну, я показывал, это саженцы с пня. Вот, то есть очень-очень тоненький, очень маленький. И вот сейчас мы его тоже будем обрезать. То есть пришло время обрезать уже и такие вот саженцы. То есть нижняя вот эта вот пойдет как страховочная. Вот это я вижу лишняя. То есть это, в принципе, тоже лишняя, она не нужна. Здесь я здесь я его подрезал, кстати. Ну, то же самое. Вот она, подрезочка. Все, так она останется. Да, правильно? То есть так оно, вот лишнее я все вычистил. Как высоту определять подрезки? Ну, надо ориентироваться. Ну, вот я. Ну, вот тут плохой пример. Пойдем другой. Покажем. От размера саженца это зависит как-то или нет? Да. Чем тоньше выборка, вот как бы. Здесь ствола, тем лучше будет происходить колосование. То есть больше ориентируйтесь на состояние почек. Вот там есть образец один хороший. Как раз здесь я просто забыл, я обрезал. Пойдемте. Поехали. Ну вот, перешли к другому, который я еще не обрезал. То же самое, смотрим. В принципе, вот этот нижний тоже вполне бы подошел. Но так как я вижу, что растение здесь достаточно сильное, ну, неплохо развивается, то есть можно сделать чуть-чуть повыше обрезочку. То есть нижний я убираю. А вот если это... слабое растение, низ оставляем, и, в принципе, без проблем вырастет, да, под низ хороший паган. Это понятно. Тоже я вижу, что мне не нужен. Здесь ищем, чтобы был хороший угол. Ну, вот здесь он лучше, мне нравится. Вот. Но при первой формировке, в принципе, вот здесь угол мне не сильно важен. Почему? Потому что я все равно буду выводить в один ствол. Вам наоборот лучше, да, поострее. Наоборот, поострее, здесь, да, поострее. Согласен. Да. Угол для того, чтобы, ну, как бы колосовать. Подвязка какая-то, привязка, нет, колышки, нет, ничего не надо. Нужно. Почему? Я же объясняю. Но я снял сильно нагрузку. Вон у меня два еще прекрасных пагана, причем которые выше даже, чем, ну, жирнее, будем говорить. Хорошо, так. Какой останется и кто для подстраховки? Для подстраховки здесь не останется, не вижу смысла. Угол взял, вон покажи, какой угол. Да. 4 миллиметра, 5 до этой. Все. Произойдет колосование, он выровняется и будет как на сорте Николь, абсолютный сплошной ствол. А этот в следующем году я уже поделю на 2, потому что это тоже сильно рослый сорт. Ну, то есть его достаточно будет уже в следующем году делить на 2. То есть вот что осталось, то есть не жалейте. Вот я обрезал большую часть. Не жалейте. Это этот же сорт, тоже небольшой саженец. Смотрим, здесь вот есть точка роста. Я ее оставлю как, в принципе, страховочную нижнюю. Всего лишь навсего маленькую. Эту большую я, в принципе, можно под нее и перерезаться. Можно было, в принципе, и под вот этот перерезаться. Ну, ничего страшного. Это же сорт гетманский, третий саженец, да? Да. Мы его назвали сортом гетманским. Почему? Потому что, ну, как бы надо время, чтобы его подтвердили. Пока месте, как бы, этого не произошло. То есть надо дождаться сережек. И по сережкам уже будет более точное определение этого сорта. Вот тогда мы объявим название этого сорта. Пока так, будет... итого у нас получилось. Все. Что для подстраховки, что останется. Вот, подстраховочная. Скорее всего, под нее я и перережу, да, со временем. Чуть попозже. Да, чуть-чуть попозже. Да. То есть когда он пройдет. Все, то есть основную часть саженца я срезал. То есть оно не надо. Лето еще у нас даже не началось. То есть, а уже такие достаточные приросты. Ну, все отлично. Да, то есть все отлично. Так, хорошо, замечательно. Спасибо всем огромное. Всем пока. Ребят, вот, ну, посмотрите, трапезунды в основном здесь шедевр. Значит, сорта, все сорта, особенно южные сорта с большими листьями, такие как карамановские, анаклиури, трапезунд, мы вам очень рекомендуем делать такие подрезки, и у вас будут прекрасные, замечательные штамбы, с которыми не будет никаких проблем. Такие же, скажем так, нехитрые манипуляции вы можете проводить со всеми сортами на самом деле, и все это надо проводить после угрозы возникновения возвратных заморозков в вашей части Украины, так сказать, и других
стран. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Ставим лайки, прожимаем колокольчик звенящий, пишем комментарии, кому что непонятно, смотрим, какие будут прикреплены материалы. И всем спасибо огромное, всем привет из Харькова и всем пока.